Законопроект, предложенный депутатами Северной столицы, может привести к изменениям в ряде документов в Административном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, Законе о полиции и Законе о частной детективной охранной деятельности, ввести категорию лиц престарелого возраста, достигших 75-летия. В случае задержания по подозрению в административном правонарушении об этом предлагают уведомить родственников. Авторы инициативы предлагают законодательно обозначить новую возрастную группу граждан старше 75 лет. Кроме того, депутаты предлагают считать пожилой возраст обстоятельством, смягчающим административную ответственность и отменяющим обязательные работы и административный арест. Дополнительно предлагается в случае возможного нарушения административного кодекса лицами старше 75 лет и в первую очередь извещать о происшедшем их родственников. Законодательное собрание уже приняло законопроект в первом чтении.